сценарий продумывал, а я, надо сказать, что когда летаю на самолете, я думаю каждый раз о том, что самолет разъебется. И во время взлета, и во время полета, и во время посадки я представляю себе, он врезается в скалу, врезается в здание, просто у него отваливаются крылья, он просто там улетает в космос и исчезает, он падает со страшной силы в океан, то есть все сценарии апокалипсиса я обязательно в голове проигрываю. Это, ну, довольно любопытно, после этого мне ничего не... Все, что случится в жизни, оно не сможет переплюнуть мою фантазию относительно того, что я уже себе...